Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на канал и поставили лайк под ролик, ведь ежедневно мы стараемся только для вас. Спасибо, а мы начинаем. Не стало известного конферансье Арнольда Гумницекого, артисту, который часто выступал на одной сцене с Иосифом Кобзоном и Леонидом Утесовым, было 80 лет. Гумницекий скончался в одном из санаториев в Подмосковье в городе Пушкино. Причина смерти пока неизвестна. Вероятнее всего, родственники конферансье похоронят Гумницекого на Востряковском кладбище, передает Пятый канал. За годы своей карьеры Гумницекий успел посотрудничать с многими артистами российской эстрады. Он также проявил себя в роли режиссера, принимал участие в создании и постановке таких программ, как «Великий гражданин всея Руси клоун», «Эстафета Садовое кольцо». Известен Арнольд Гумницекий своими юмористическими номерами и пародиями. В 1993 году конферансье получил звание заслуженного артиста России. Спасибо за просмотр. Пишите свое мнение об этом в комментарии. Если хотите видеть главные новости каждый день первым, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. До встречи!